Всем добрый день. Сегодня у меня был поход по магазинам, была в Сельпо и Фреш. Они вот такое по одной дороге идут. С дороги свернешь в Сельпо, потом дальше поехали во Фреш. Хотела еще в скверик зайти, но надо было еще к детям зайти. Не получилось. Покажу свои покупочки. Хотела в Сельпо, ехала купить вот это, вот подчеревок, грудинку желательно, но не было. Подчеревок такой. Мясной очень. Вон, чуть-чуть жирка есть. Я его в соленой воде отвариваю, потом с чесночком, с перцем. Очень вкусно. Кусок отварю, кусок заморожу, потом следующий, наверное. А может есть, не знаю, но очень вкусный. Потом в холодильник положишь, как остынет оно. Ой, вкусное. Куда там колбасе браться? То у меня цель была купить. Дальше. Так, это 99, короче, по 100 гривен. На 91 гривну купила подчеревок. Селедочку захотела, шубу. Сделаю шубу. Селедка по 49 гривен, вкусная такая. С молочком, о, да, я сказала, с молочком, широкую спинку, все. Так, на 22 гривны такая хорошая селедочка. Сыр такой купила, на хороший сыр Маздам. Вон, скидка минус 25, я его и взяла. 186 на 24 гривны и в скобочках минус 25. А, вот тут 32, а со скидкой 24 гривны. Отличный сыр. Такой сыр купила янтарь. Небольшой сырок. Я любительница всяких сыров. Смотрю по чеку. 16 гривен этот сыр. Два пирожка захотелось. С вишней вкусные. По 5,99. По 6 гривен. Кто-то скажет, а что, сама не можешь напечь? Легко, но неохота возиться. И такое бывает, правда, девочки? Так, мандаринки появились. Взяла полкилограмма мандарин на 21 гривну, а они по 47 гривен. Мандарины. Грейпфруты есть, но я как-то покупала, показывала, кислые очень. Помидорку купила розовая на 5,40, по 50 гривен одну штучку взяла. Иногда захочется, я вам скажу. Но я парниковые эти тепличные не особо жалую. Вот так может эту. Муж вообще и не смотрит на такие. Так, сосиски две, чего-то дырявый мешок. Две сардельки по 170, я помню, брала. Вот, две штучки. Алан, хорошая марка. Я Алан хотела варенку взять, любительская такая, толстая, не было. А это случайно попалась. Алан на 39,74, две штучки. Паштетик взяла, 13 гривен такой. Колбаска была во Фреше. Вот это акция. Салями итальянская, Глобино. Производитель 23 гривны акция. И акция была на семгу. Сколько же она? 65 вроде. Акция слабосоленая. Ну вот, крекер взяла соленый с цибулей, с луком. Крекер 13 гривен. Так. Вафли Артек, муж, любитель вафли всегда, 5,39, и сортиетки берет, по 5,99, сколько он, три штуки взял. Вот такие покупочки, вроде ничего не забыла, 242 и 187, где-то 400 гривен, калькулятором надо считать, мозги неохота напрягать. Вот это все, что купила я. Сегодня еще капусту засолю.
Ну, одну банку делаю. Я вам скажу, раньше мы больше ели и детям давали, они не хотят. Мне дочь говорит, ой, я там ее квашеную капусту 2 раза в год захочется, то и куплю. То и мы так едим ее, вот эту первую банку засолю, заквашу, причем быстрым способом, потому что одна банка. Ну, а дальше я даже и не знаю, буду делать или нет. Эту съедим и все. Быстрый способ, нашинковали солью, это в банку, все. Вот такие покупочки. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!